Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Последнее время я из комментариев узнал о себе очень много нового и интересного. Ну, вы, наверное, можете видеть, я не буду пересказывать, что я там полный идиот, так сказать, там дебил и так далее. Вот, и что я продался Тинькову, что я там шлюха продажная и так далее, что я этот мерзкий банк рекламирую, но на самом деле моя цель помочь вам сэкономить ваши же деньги и приумножить. Вот. И если уж вы хотите, чтобы я, значит, там восстановила справедливость, я вам очень советую Сбербанк. Но я вам советую быть не клиентами Сбербанка. Я вам очень советую стать совладельцами Сбербанка. И у меня уже было видео, сейчас вы видите, я думаю, ссылку на это видео о том, что если кто-то стал совладельцем Сбербанка 2 года назад, то этот человек заработал очень много денег. Потому что Сбербанк реально крутой банк. И Сбербанк лучше всего доит клиентов. У него самые большие комиссии. У него самые большие проценты по кредитам. И у него самая большая клиентская база. Он надежный. И все, кто может, всех Сбербанк. Вот у вас наверняка есть такая карточка Сбербанка. Мы все клиенты Сбербанка. А кто совладельцы Сбербанка? А вот совладельцы Сбербанка немногие. И на самом деле стать совладельцем Сбербанка очень легко. Когда я начинал еще, только-только пришел на биржу, я спрашивал, как работать на бирже. Мне сказали, ну давай покажу я тебе на примере, самом простом, на примере Сбербанка. Вот, это ничего не стоит на самом деле, потому что давай мы купим акции Сбербанка прямо сейчас. Для этого нужно всего 800 рублей, вот, а потом тут же их продадим, может быть, с прибылью. И, значит, мне на этом показали. То есть акции, 10 акций Сбербанка стоили 800 рублей на тот момент. Это было где-то 4 или 5 лет назад. Вот, и у меня есть видео, я посмотрел, значит, там в 2016 году Сбербанк стоил ровно 100 рублей. А вот совсем недавно, в марте месяце, насколько я помню, Сбербанк стоил 280 рублей. Одна акция Сбербанка. Простая, обычная акция Сбербанка. То есть 2 года назад 100 рублей. Спустя 2 года, ровно 2 года, 250 рублей. То есть в 2,5 раза ваша инвестиция выросла бы в Сбербанк. В самый надежный банк. Я вам очень советую стать совладельцами Сбербанка. Не сочтите за как бы рекламу. Это очень здорово. Сколько это стоит? В данный момент это стоит. Минимальный пакет акций Сбербанка стоит 202 рубля. Минимальный пакет 10 акций, минимальный лот. То есть за 2000 с небольшим рублей вы можете стать уже совладельцем Сбербанка. Часть дохода от того, что Сбербанк доит своих клиентов. Это очень здорово. Как стать совладельцем Сбербанка? Да очень просто. Надо зарегистрировать брокерский счет и ввести туда деньги, и просто купить акции Сбербанка. И все. И вы уже совладелец Сбербанка со всеми вытекающими последствиями. Сбербанк – это самый надежный банк, то есть акции никогда не превратятся в ноль. Это абсолютно точно. Вы будете зарегистрированы как совладелец Сбербанка в течение 2 дней и так далее и тому подобное. И вы уже миноритарий со всеми вытекающими последствиями. И вам будут начисляться дивиденды регулярно. Ребята, это лучшее вложение. Еще раз, за 2 года в 2,5 раза получили владельцы Сбербанка, акционеры Сбербанка. Что получили клиенты? Нифига не получили. Они только заплатили. Вот. Кому? Владельцам.
Если вы хотите стать совладельцем Сбербанка, спросите у меня, как я вам помогу в этом деле. Без проблем.